Митхуныч Чакраборти обладает большим богатством и славой. Его общее состояние составляет около 40 миллионов долларов. Митхуныч Чакраборти – известный актер киноиндустрии Болливуда. Сегодня стал другой личностью. Позвольте нам сообщить вам, что у актера Митхуныч Чакраборти сегодня большое богатство. И если рассказывать о его личной жизни, то его общее состояние составляет около 40 миллионов долларов, что составляет более 2,5 сотен крор – в пересчете на индийские рупии. Говоря о реальной жизни, Митхун Чакраборти сегодня наслаждается роскошным образом жизни. Но если говорить о первых днях, Митхун Чакраборти видел дни бедности и боролся с ней. Однако сегодня его имя уже вошло в список самых богатых актеров Болливуда. Митхун Чакраборти получает большую часть всего своего заработка от своих роскошных отелей. У Митхуна есть роскошный отель в Ути. Бизнес Митхуна Чакраборти стоит около 2 миллиарда 500 миллионов рупий. Он является владельцем группы отелей «Монарх». У него есть большие отели во многих городах. Пятизвездочный отель «Гемини в Ути». Кроме того, у него есть роскошные отели во многих городах Майсура и Юга. Помимо этого, у Митхуна также есть роскошные квартиры во многих городах страны. У него много квартир в самом Мумбаи. Митхун управляет этим бизнесом вместе со своими сыновьями. Их отель «Монарх», расположенный в Ути, предлагает такие удобства, как 59 номеров, 4 роскошных меблированных люкса, оздоровительный фитнес-центр, крытый бассейн. Вдали от шумной жизни Мумбаи семья часто приезжает сюда, чтобы провести свой отпуск. Сафари-парк Митхунс Монарх Масинагури предлагает такие удобства, как 16 бунгало, 14 двухместных лофтов, 4 стандартных номера, ресторан, детская игровая площадка, а также катание на лошадях и джипах под джунглям. Кроме того, есть также строительные леса, бунгало и коттеджи. Митхун так любит Ути, что большинство его фильмов также были сняты здесь. Поэтому он не хотел покидать это место и оставаться где-то в другом месте. Он решил, что построит отель в Ути. У Митхуна Чакраборти есть 2 бунгало в Мумбаи. Митхун Чакраборти очень любит собак. У него 76 собак.